Мукбанг. Яички. 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 Хотите яички? Приятного аппетита, кто будет кушать. Приятного аппетита мне. Угу. Угу. Договорились? Как вкусно пахнет. Лучком. Старенькая сковородка, но зато в ней вкусно. Очередной раз открываюсь в России, невозможно и по красоте, и по духу. Всякие там смс-ки шлют. Хочется. Не знаю. Везде что-то свое, везде что-то новое. Если ты вот представляешь, что так, наверное, что-то сегодня на войне. Колбасочка. Большой войне имеется. Молодые, здоровые, но они понимают, что они могут умереть каждую секунду, и в любом случае... Да, могут умереть. Победы, да? Угу. Они при этом живут, они любят, они радуются, они что-то делают. Ну так и я, примерно, сколько чудес-то не бывает. А сколько горячая. Сколько горячая. И это вот есть боязнь старости, она, конечно, тут надо как-то психологически, это, видимо, тоже еще успокоить. Чего бояться старости? Чему быть, тому не миновать. Мама приняла, и она как-то... Чему быть, тому не миновать. Легко. Ну почему этого? Потому что она была функционально здорова, подвижна. Важно, подвижна. Она слепая на один глаз, она была подвижна. Она, у нее там болела тоже, бывало, и поясница, и колено. Она все равно она ходила, она вот этого, она была с палочкой, когда совсем больно. Желточек. Она ходила, но она все время ее пыталась расставить. Да когда ее... Говорил, уже перед недолго до смерти отправил Крым. Свои яйца были бы еще вкуснее. Приехала, так, сошла, я еще люблю утиные, гусиные люблю и страусиные. Это важно, это не дает старик. Как? Ну что Бог дал, то и ем. Кис моя, она приняла на любовь, я родился с любовью кошек. Сколько у нас было кошек? И у мамы. Блин, там горячая со сковородки. Дети выросли в ушли. Кипяток. Те, кто не продаст, тут животное. То ли они были до нас, и мы пришли на эту землю, опоганили ее. То ли они были нам посланы потом. Вкусно. Кем-то. Удивительное существо. Очень вкусно. Человек меня кормит, он за мной ухаживает. Наверное, человек Бог. Чтобы тоненькая колбаска, поэтому так поджарилась. Наверное, я Бог. Да как это взять? Помогите кто-нибудь. Знаете, самое... Ладно. Подарок жизни. Да, мне уже помогли. То, что мы не знаем даты своей смерти. Чем человек, когда узнает, что он смертельно болен, что на него падает? Наверное, не боль, ничего. Одной рукой поешь, да? Да, как люди с одними руками живут? Это же полностью переворачивает рукой, то есть. Утром, подойдя к зеркалу, я всегда не вдыхаю, пока я рассказывал об этом, пока не выдохну, пока не посмотрю в зеркало. Потому что я всегда боюсь увидеть какие-то симптомы, от которых я обратно еще. И я этого пока нет, ну все, значит, потому что я очень боюсь услышать. Не то, что я что-то холодильнике? Боюсь, потому что это будет другое качество жизни. А вот так, когда не знаю. Зеленый лук, но я не хочу, мне лень его мыть. Надо жить, надо двигаться и не думать, да? Потому что ты старый, что ты не можешь. Но вот я, например, физически сегодня здоровее в свои 68 лет, чем я когда-либо был. А уж извините... Я занимался на уровне мастера спорта и тяжелой атлетикой, и у меня там и борьба еще, но я сегодня просто делаю больше. Но я, допустим, подтягиваюсь 130 раз каждый день. Делаю берпи за 10 минут секунды. Я, конечно, люблю.